Вот такая гадючка встретилась мне в лесу. Рядышком еще одна лежит, такая же небольшая. Так, сегодня у нас что? У нас сегодня 16 апреля. Погода сейчас прохладненькая, градусов, ну, наверное, 2-3 в плюсе. Вот, гадюки, я так понимаю, проснулись совсем недавно и вот выползли тут на горку погреться. Полянка такая свободная. Так, похоже, я ей надоел со своей камерой. Куда-то она поползла. Эй, червячок, ты куда? А как же фотосессия? Вернись, я все прощу. Ну ладно, не хочет змея в фотосессии участвовать. Поползла от меня. А я сейчас вторую пойду снимать, та вообще какая-то флегматичная лежит и на все наплевать. Ну что, все, отползла 1,5 метра и успокоилась. Энергию надо экономить. По деревцам легла. Ну ладно, пока, змея, до свидания.